только очко разорвало. Всем привет! Я переехал в другой город за 2000 километров от Москвы. Причем проделал я этот путь на двенашке. Сегодня вы увидите выпуск про мой переезд, с какими трудностями я столкнулся при переезде, расскажу, почему я переехал. Так что усаживайтесь поудобнее, заранее, пожалуйста, поставьте лайк на видео и погнали! Это вот приемка здесь, машинка заезжала, я ее осматривал, проверял. Вот такая вот тема, в общем. Дата проведения осмотра. Марка, модель, госномер, повреждения отмечал. И сюда вкладывал этот листок акта осмотра вместе с ключами. Я относил менеджеру. В принципе, в этом и заключалась моя работа. На днях нам ударили лампу. Мужик заезжал, въехал. Это наш бокс, в котором я работал. Это все машины, которые я поставил. Гонял их на мойке 4 месяца. Офигеть. Я так долго никогда еще не работал. Все, я принес вам одежку. Вот такой у меня шкафчик был. Освобождаем шкафчик. Уволился. Офигеть, я уволился. Вот Subaru сервис тут на Крылатской, который я приезжал, пытался коробку починить. Нихера не починил. Ну, сейчас уже починили, это год назад было. Но всем привет, Subaru TC осенняя. Спасибо, что не помогли. Впереди вообще очень много нового. Очень много нового. Я кайфую от жизни, кайфую. Жизнь — это кайф. Я кайфую от жизни. Кайфую. Пук. Ребят, в этом выпуске я проеду из Москвы до Екатеринбурга на двенашке. 2000 километров без каких-либо проблем. А все это благодаря сайту Моторинг, поскольку я там заказываю не только тюнинг-детали, но и детали для обслуживания своего автомобиля, как моторное масло, все фильтра, расходники, в общем. К тому же вы меня очень часто спрашиваете: Вань, откуда у тебя та или иная деталь на двенашке? Ребят, все с Моторинга. Приборка Гамма, в принципе, весь салон, который у меня установлен, все эти элементы можно приобрести на Моторинге. Тюнинг, стандартные запчасти, абсолютно все там есть. Выхлоп, мотор, подвеска, тормоза. По ссылке в описании можете перейти на сайт Моторинг, ознакомиться более подробнее с их ассортиментом и приобрести все, что вы давно хотели для своего автомобиля, о чем мечтали, так сказать. К тому же, по моему промокоду Мандарин вы получите небольшую скидочку на заказ. Спасибо за внимание, ну а мы едем дальше. Послезавтра уже планирую выехать в Нижний Новгород на этой машине. Показываем вам, что случилось в самый последний момент, как всегда. Пробитый глушитель. У меня стоит отсечка на 4000 оборотов с прострелами, с отстрелами. И эти отстрелы разорвали нам резонатор. Зато очко разорвало. Я искал 2 дня резонатор СТТ в Москве, нигде не нашел, только под заказ из Тольятти. Сейчас едем в BB, покупаем стоковый резонатор и как-то его пытаемся поставить. Ну ничего, погнали. Послушные мальчики спляшут, как травматики.
резонатор стандартный. Мы его просто укорачиваем, поскольку у меня паук 421 стоит, и ставим. Также взял скотч, хомут глушитель и набор для ремонта нейтрализатора автомобиля. 1700 рублей все вышло вместе. Бать, очку разорвало, да? Как я соболезную, ёбан. Чему? Ёбаный. Себе? Нет. Я ушел. Охуенно, да? Да. А взял бы из нержавейки, такого бы не было. Наверное. Бля, кольцо, смотри, живое. Вот, ребят, видите, СТТ, прямоток, он короче. Потому что паук длиннее СТТ 421 этот, а стандартный паук он вот тут заканчивается, ну сантиметров на 20-30 даже. Так что сейчас укорачиваем эту часть, обрезаем, привариваем и ставим. Ну ничего, пару отстрелов, это тоже разорвет. А сколько, кстати, диаметр, Сань, 44 же у стока? Этот 51, а этот 46 как будто. 51. Да, точно. У меня весь на 51. На 0,5 он тоньше сантиметров. Это 51, это 46. А, это круто, что линза прогорает так. У меня она в защите. А? А, не в защите, ебать. Все. Готово. Готово. Сварку, а что там, бля? Как что там, бля? Вот настолько он длиннее, вот такой вот аппаратик. Отрываем бумажку, ребят, а то она будет вонять, прогорать, все. Конечно, дела. Все. Аппаратик готов, ребят, сейчас запустим аппаратик. Что? Да я ключи не могу найти. Наверное, там. Точно. Ключи-то в замке зажигания, ребят, вообще прикольно. Это вообще прикольно. Свершился день Икс, наконец-то 11-й отправляется в свой последний, надеюсь, путь на эвакуаторе, на сборку. Новое место сборки 11, наконец-то отсюда она уже своим ходом выйдет. 6, я посчитал, что 6 раз на эвакуаторе она ездила. Это еще мало. Экономия. Все равно для меня это много. Так что все, закрываем и собираем.
Так, главное не забыть взять с собой все оборудование, компьютеры, рекордеры, крепления, камеры. Кстати, у меня теперь GoPro H11 есть. Вот она красотка. Я долгое время не мог позволить себе новую GoPro, поскольку все деньги уходили на ремонт и тюнинг автомобилей. Но недавно я нашел выход из этой ситуации, и это покер-дом. В общем, ребят, вот так беру, кручу слоты и жду, пока выпадет выигрыш. О, ювин, соточка прилетела. Погнали дальше. Вот так, и забираем. Ювин снова. 600, ребят. 600. Вообще кайф, 3 банана выпало. В принципе, вот так вот крутим и забираем. Теперь у меня есть возможность не только обслуживать и тюнинговать свои автомобили, но и также усовершенствовать качество контента, покупать новые камеры и так далее. В общем, на покердоме можно действительно совместить приятное с полезным. Так что переходи по ссылке в закрепленном комментарии и получишь 1000 фриспинов и 100% к депозиту. А еще, если введешь мой промокод авиатор, то получишь дополнительный бонус лично от меня. Ссылка в закрепе. Теперь загружаем двенашку к нашей поездке. Мне надо загрузить крылья, телевизор там. Бампер не буду грузить, он очень объемный. Бампер в Екатеринбург закажу уже. Пофиг, зря я заказал бампер пока временно. Ну, бампер пригодится, это расходник. Поеду через Нижний Новгород, через Чебоксары, через Ижевск, через Пермь. И потом уже Екатеринбург. Let's go, загрузка в двенашку всякого барахла. Ну, пока что загрузился по лайту. Но уже машина присела так нехило. Как будто минус 90. Потом вытащу отсюда телевизор с крыльями, положу чемодан, и на чемодан положу телевизор с крыльями. Вообще отлично, вообще прекрасно просто. Присела она нехило так, конечно. Нехило, нехило. Ну что ж, гаражик, давай. До связи. Надеюсь, эта полка не упадет. Потолок от двенашки старый, пороги пластиковые на 11-ю. Куртку оставляю и канистру. Канистра же в поездке не нужна на дальняк. Нахер надо. Бай-бай, братан. В августе увидимся. Привет, мам. Я уезжаю. Вот пришел с тобой попрощаться. Но, кстати, я знаю, что мама всегда рядом. Всегда ее ощущаю рядом и так далее. В любом случае, душа живет, душа всегда рядом. Поэтому, мамулик, я тебя очень люблю. Никто не знает, когда это закончится, когда жизнь твоя закончится или жизнь твоих близких рядом закончится. Поэтому цените каждый прожитый момент вместе. Не тратьте время на ссоры, ругань, выяснение отношений, обзывательства. Будьте людьми. Мамулик, ты вообще лучшая просто, мам. Ты лучшая. Цирроз печени, ребят. Не переставайте любить своих родных даже после их ухода. Приходите к ним, убирайтесь на могилке, и жить будет вам проще. Вам будет спокойнее за то, что вы все делаете правильно. Берегите себя, берегите своих близких, берегите тех, кто рядом с вами, пока у вас есть эта возможность. Спи спокойно, родная. Нужен лям, нужен грамм, прокуренный салон. Да такие, как мы, не любят. Твоя мама говорит, что он жизнь твою погубит. Ты жена его в мечтах, он же просто хулиган. Ему нужен капитал, нужен лям, нужен... Первая заправочка у нас прошла успешно. 31 литр, 14. Ну, у меня 10 литров было еще. Катим дальше. Прогноз 734 километра. Расход 5,7. Кайф. Фильтруют, все, ребят, я в Нижнем Новгороде.
Качу к Денчику Basic Style. Чуть-чуть захасанили на желтый. Я уже сегодня успел поплавать. Такие там реки в Владимирской области. По сравнению с Московской областью, Москвой, дорог просто нет. Уехать бы отсюда подальше, сойти с этой карусели раньше. Мне не важно, эти швали крашены, мне бы ту, что приготовит кашу мне. Уехать бы отсюда подальше, сойти с этой карусели раньше. Мне не важно, эти швали крашены, мне бы ту, что приготовит кашу мне. Basic Style показывает город с водой во рту. Вода с содой. Денис просто зуб болит, он его лечит так. Так, ребят, Чкаловская лестница, сейчас побегу туда. 560 ступенек, вообще капец. Ну что, погнали, раз, два, три. Капец, ноги забиваются вообще мигом. Не упасть с камеры вместе. Все, ребят, 3:50. Спидометр врет, и мы едем 150. Что-то как-то скорость чувствуется. По 20. Чего мутите, блин? Сегодня 1 апреля, я думал, как над тобой пошутить, но не придумал. Я каждый год делаю, знаешь что? Я машину продаю. И все ведутся, блядь, да-да-да! Я знаю, я помню это дело. Шаурма хавчик. Сейчас идем к Двинахе и выезжаем из Нижнего Новгорода в Чебоксары. Олегович привез меня вот на такое место, где снимает свои выпуски. Сейчас мы отсняли уже пилотный выпуск, ну, первую серию, рубрику «В гостях у блогера». Поставили тачки рядом. Вот такое красивое место. Все, я вылетаю из Нижнего в Чебоксары. Время без 10 час. Как-то так. Всем привет. Это Нижнему Новгороду спасибо большое. Олег меня приютил, кстати. Вот, спал с котами. Так что я погнал. Я мокрый
Тверской области или в Нижегородской, еще не знаю. В общем, заправился на полный бак 1940 рублей, 51,84. Здесь стоит бензин. У нас стоит 95-й, на Лукойле 53. 42 литра в баке. Это была вторая заправка. Все вместе у меня вышло уже 3500, ну, вместе с этим. И запас хода у нас 700 километров, 694. Ну, это все вранье. Максимум 550, конечно, на этом баке, но все равно приятно. Осталось час до Чебоксара. КПСники приехали. Бабушка с дедушкой утащили, короче, в чате того дома. Я смотрел все это, читал, и такой, ё-моё, какой дурдом. Они вон в том доме, что живут. Ну, по крайней мере, короче, они все там в частном секторе живут. И бабушка с дедушкой просто мимо проходили, и теперь с тобой это в дом. И, короче, кинологи, все подряд, и приезжал. По камерам нашли, а они видели просто, что они ушли. На те, наверное, увидели, но может кто-то выбросил. Внезапно Женек. Да, так и так. Я позаимствую у блогера нашего. Мы уже здесь второй час снимаем вступление. Будем называть это постановой, но нет. Холодно. Так что всем привет, кто меня узнал, что такое город Чебоксары и что мы строим, какие проекты, какие идеи они несут. Easily, with friendly informality, the officer speaks to Tom. Pot smoking, quite apart from being illegal, is a problem. Здесь есть музей пива, и рядом в этом же здании этот Федерация бокса Динамо. А что такое 530, Жень, тогда? Это вообще 550. Было когда-то Чебоксаром 550, и они это повесили. Ну что ж, ребята, теперь у нас челлендж продолжается. Вчера я был в Нижнем Новгороде, сегодня у нас в Чебоксарах. До родины мать, за сколько я добегу. Следующая будет вон та лестница, так что это разминка. Не-не-не, только это. Погнали. А, блядь. Все. Вот, ребят, Чебоксары на ладони. Красота вообще. Сломанные ступеньки, ребят. Обратите внимание, администрация города Чебоксары. Сломанные ступеньки к родине мать. Вы, конечно же, не посмотрите это видео, но вы обратите внимание. Город Чебоксары.
Очень красивый город. Центр. Там вчера все прошли, везде погуляли. Набережная вдоль Волги расположен город. Вообще красота просто. Начинаем день с турничка. Так, ребята, это город Чебоксары до сих пор. Как я тут второй день. Вот снова у Жени в магазине. Так, ты ничего не продашь, работник? В Арпасадское шоссе. Ты просто так сидишь, ничего не продал. Но вы мне цены не сказали. И давай, Гранд Циркала кому-нибудь парь. А Гранд Циркала? Блин, вот если придет кто-нибудь руль. Из зрителей. Ты на руль цену знаешь. Руль. Да, руль за трешку. Да я его только захейтить могу, этот руль. Других нету, так что мы не хейтим, мы продаем, есть, что есть. Ну да. Лучший руль. Ну да, офигенный руль. Кто посмотрел влог, 2500. Да, руль офигенный, получается, он как приора, только дешевле. Вот, ребята, покупайте. Давай что-нибудь продай сегодня, поставь свою галочку. Так что вот так, ребят, торгуем сумками, чехлами, эвоковрами. Время фильтрует, словно кастинг. Шаман оригинал. Я мыч фантастиш. Кстати, ребят, если кто хотел переехать в Чебоксары, то здесь нет дорог. Вообще. Держу в курсе. Я еду, меня даже на штампах так колбасит дико, что вообще пипец. Ужас. Дорог нет Чебоксарам за это. Дизлайк. Ну что ж, ребят, я отправляюсь из Чебоксар в Ижевск. Ехать 6 часов 22 минуты. Прибытие в 3 часа дня, пишет. Сегодня 3 апреля. Удачи в бою, не остаться в этой траве. 1000 километров, ребят, есть, еще осталось до ЕКБ 900, до Ижевска 300. Это уже, наверное, ребят, 7-й такой участок, или 8-й, камера на 40. Вот камера стоит спрятанная, вот, за блоком, вот. Пиздец. Третья моя заправочка 95-го бензина на 33,5 литра. Помните, я вам говорил, что в Чебоксарах нет дорог? Я ошибся. Дорог нет в Ижевске. Едем, трясемся жестко, причем. Я не помню, как я здесь ехал на сликах, на своих Гранд Спорт, точнее, дисках 16-х на низком профиле, потому что я на штампах трясусь жестко просто. Тут еще она получше. Ну, до этого как-то вот, постоянно вот так было. Вот, ребята, это мы тут едем по колдобитам. Топово. Ижевск во всей красе. Первый встретил меня в Ижевске Влад, я заехал на мойку. Всем привет. С фоткой. Влад узнал. Сейчас фоткаемся. Ладно, давай, хорошая сфотка. Спасибо огромное. Давай, счастливо. Oh,
Так, ребята, все, добрался до Ижевска. Это Ижевский пруд, получается. Он до сих пор, прикиньте, во льду, я в шоке. Вот сейчас у меня камера упадет туда. Ну, кстати, ну ладно, лучше я придерживаюсь как-нибудь. Пишу, тут закат красивый. Вот, сейчас прогуляемся, покайфуем, потом Трунги сходим. Мы в Ижевске нашли турники, как обычно. Мой подписчик Рома привез меня сюда. Сейчас будем заниматься. Сходочка прошла. Вот, всем спасибо, кто приехал. Да, завтра я выкатываю в Пермь. В Перми у нас завтра будет масштабная очень сходка. Но сейчас занимаемся на турничках в Ижевске. Погнали. Капец, посадил двух школьников каких-то. Шаражники. Шаражники. Напросились их домой везти. Точнее, вот этот напросился. Да, вот. Капец, занял место. Так еще ВК-музыку. И ни разу я не ездил так. ВК-музыку еще лошовую какую-то рубает, да? Итак, ребята, это Ижевск. Заехал к ребятам, подписчикам, приняли меня, выдали мне отдельную комнату даже от души им. Дима и Матвей вообще красавчики. Ижевск вообще очень гостеприимный в этот раз выдался. Кайф. Я полетел в Пермь. Дима, Матвей, огромное вам спасибо. Я тоже спасибо за видосы. Вот. Продолжай снимай. Оставайся такими же добрыми. Вот. Это очень важно. Ну все, ребята, я в Перми, автомойка Пушка, сейчас у нас промывать, воском покроем. А я также купил регулятор Саба, потому что я оторвал свой в Москве, когда Саб двигал туда-сюда, хотел как-то уместить пороги, багажники, но в итоге я его оторвал, поэтому сейчас буду ставить регулятор Саба, погнали. Все, ребят, лайба чистая, намытая. Можем спокойно, смело ехать на сходку. Хасанин, блядь.
встретился с Вадиком, владельцем Жиги, той самой. Да, синей. Той самой синей. Жиги. Вот. Где она там ездит? Пока ездит еще. По Перми пока. Нормально. Сегодня может даже на сходку к тебе приедет. Кайф. Вот. Так что жду тебя. Сейчас сфоткаемся. Вадик поедет на работу. У него, кстати, еще газель на GZ, да? Да. Две газели. Все, ребят, фоткаемся. Я еду кушать, потому что 55 минут до сходки. Разместились мы, короче, на бульваре Гагарина возле ленты. Тут, как всегда, СЛЗ первым собрали народ, приятно. Что это такое за корыто? Это корыто, это семерка. Только вот это не снимай. Вот такой аппаратик у него. Пружины Каяба в круг. Подвеска, кстати, уже вся убита. Рычаги. Проспорт не красноярский выворот, а тоже от Проспорт. Потом гидроручник, руль ММО, ковш и... Шестнарь. Нет, шестнаря нет. А что тут? У меня обычный 8-клоп тут. Просто на злой прошивке. Крутая, видишь, говорит. Бернаут делает. А вот это я еще не знаю, вот это я еще не проверял. Надо продам свое корыто. Короче, ребята, разложил я Жигу. Вот. Помянем. Причем еще Женя говорит, Жига пока перед началом этого. Я думаю, блин, да не, я все нормально будет. Зато наклейка, учительный приз. Стыдно, конечно. Я почувствовал, что она уже нагревается. Еще минуты две дрифтим. Drop it.
Салам алейкум, там где вы моли. Тебе салам алейкум, без анестезии. Я разъебан, знал, что он моложе. Ты чё палишься? Встретил тут Игоря, который меня выручил, спас от одиночества в марте 22 года. Это был тяжелый год. Смотрел видос? Соник? Вообще не смешно. Вообще очень грустная история. Короче, ты ее собирал, покрасил, да? Крылья стоят. Да. Вот это, Мария СМ. Ассаламу алейкум. Вот такая вот двенашечка. Литров вошло, ребят, офигеть, полный бак. У меня вообще не было там бензина, 0 литров было. 1900, 2 рубля с литра скидка, поскольку на 1500 рублей, если заправляешь, на Луколе скидка 2 рубля с литра, 52,19 так это стоит. Цены в Перми на бензин на Луколе. Рубрика «По домам». Че, Егор, ты будешь? Егор, давай. Ну все, давай, я погнал. Приятно было познакомиться снова еще раз. То есть увидеться. Да, круто время провели. В очередной раз загрузил я запчасти. Я их скидывал, чтобы вчера подписчики Музон послушали. Оставлял у Сани. Сань, Юля, огромное вам спасибо. То, что дали запчасти оставить. Ну а сейчас надеваем нашу подушку под шею, чтобы шея не уставала. И катим в ЕКБ. Все, вылетаем, ребята.
вот эта пушка приехала. Офигеть. Вот эта конфетка. Офигеть. Ты сейчас все охуеют. Такая пушка, капец ты загруженный. Здорово. У тебя лицо, капец упоротое. Я здорово. Устал ехать. Офигеть, она у тебя какая бомбовая, чистая. Да. Офигеть, все, погнали. О, баран. Ну что ж, ребята, это свершилось. Я доехал до Екатеринбурга, ура. Время 5 часов 20 минут. Ехал я 5 часов. Из Перми, 4.50 где-то. Все, разгружаемся. Смотри, какие они тяжелые, настоящие, ладовские. Нифига они тяжелые. Вообще реально. Топовые. Офигеть. Вот это вообще тема. Если тебе не пригодятся, меня оставь. Мне кажется, у меня там после зимы сгнило все. Ладно, ребят, мы будем разгружаться. Потом я буду заселяться на квартиру и покажу вам уже результат, куда заселился и как вообще жизнь обстоит. Подписывайтесь на канал. Ставим лайки, сейчас вообще суета будет. Короче, на канал Шукрик Пресс. Че, взяли шаурму, да? Нет, Шукрик. Нет, не взяли. Не взяли? Не взяли. Че она черная, смотри, какая, наверное, на пол уронили. Ничего страшного. Все, мы взяли шаурму Мангалыч, будем пробовать сейчас. Вообще, смотри, какая она красивая. Такие оковыренные, что-то вообще какая-то жесткая. Так, ребята, наконец-то мой образ жизни кочевный закончился, и я заселился в квартиру. Вот такая вот хата, 26 метров, студия, балкончик есть, 14 этаж. 7 тысяч на бензин, доехать до Екатеринбурга на двенашке. Расход у меня составил средний 6-6,5 литров на 100 километров. 95-го бензина, стоимостью 52 рубля за литр. Вот такой выпуск у нас, ребят, получился. Переехать в другой город я решил, поскольку давно хотел уехать из Москвы. Мне этот город некомфортен для жизни. У нас очень много людей, толпы народу, просто не протолкнуться, не проехать. Огромное количество пробок, большие расстояния между точками А и точками Б. То есть, к примеру, мне надо в другой конец города, это может быть 60-70 километров, если это в область, и так далее. Здесь же, в Екатеринбурге, все в пределах там 15-20 километров, в основном так. А у нас 15-20 километров в Москве, это просто соседний район, а не другой конец города. По климату. Пока привыкаю, поскольку в Москве также климат не особо благоприятный, конечно, постоянно пасмурно, нет солнца, идут дожди. Но здесь, в Екатеринбурге, к примеру, середина апреля, вчера выпал снег, и сейчас минус 7. А я взял с собой только одну весеннюю куртку, думал, будет уже весна, оказалось, нифига. Весна на Урале, она суровая, может быть плюс 15, а на следующий день может быть 0 градусов, либо минус 2. То есть 15-20 градусов разница температур, здесь это нормально. В Москве такого, конечно, нет. Также вторая причина, почему я решил переехать в Екатеринбург, поскольку мне друг здесь предложил заниматься автомобилями, а именно кузовной ремонт и малярные работы покрасочные. Мы будем делать тачки, варить их, красить, но пока что на сезон у нас планы это построить свои машины, это ВАЗ-2112 и автомобиль друга. Поэтому загоняем двенашку, делаем двенашку, надо ее переварить, офигенно ее сделаем, мы будем собирать уже на новых компонентах. В планах у меня поставить пневмоподвеску, приборы 2 панель, красивые диски и поехать на автобезумие. Насчет 11-й. 11-ю я оставил собираться в Москве, поскольку нерентабельно везти на эвакуаторе из Москвы в Екатеринбург 11-ю, который не на ходу. Проще ее собрать в Москве и потом, если останусь жить в Екатеринбурге, перевезти ее в Екатеринбург своим ходом. Отдал я ее ребятам из Bird Studio, ссылку оставлю на них в описании, вы сможете им написать, спросить, что как там 11-е, чтобы они не забывали ее делать. План на этот сезон построить 12-ку, построить 11-ю, чтобы она была на ходу, и приехать на всех этих двух машинах на автобезумие 23.
Поэтому, ребят, надеюсь, все сбудется, все получится. Строим 12-ку в Екатеринбурге, 11-я собирается в Москве. Всем от души, что смотрели этот выпуск, надеюсь, вам понравилось. Ехал я через Нижний Новгород, Чебоксары, Ижевск, Пермь и Екатеринбург. Ночевал у подписчиков, у друзей. Всем спасибо огромное, кто меня принял. Это было весело, круто и очень приятно. Ехал я с 31 марта по 5 апреля. 5 апреля я уже приехал в Екатеринбург. Так что не бойтесь кардинально менять свою жизнь, если вас что-то не устраивает. Всем огромное спасибо, что смотрели этот выпуск. Подписывайтесь на канал, на Инстаграм, на Телеграм-канал. Все ссылки будут в описании. Не забудьте, пожалуйста, поставить палец вверх и колокольчик, чтобы видеть уведомления о новых видосах. Пишите комментарий. Всем еще раз огромное спасибо, ребят. До новых встреч. Скоро увидимся. Будет очень много контента. Всем пока.